ткань можете использовать для лица, для остальных частей тела. В общем, владейте на здоровье. Спасибо. Удачи. Добрый день. Могу занять одну вашу минуточку? Нет. Всего лишь одну минуточку. Мне некогда. Представляю вашему вниманию инновационный продукт на основе древней китайской медицины, крем для рук Хунянь. Мы живем во времена, когда за кожей рук должны ухаживать не только женщины. Экология, плохая вода, неправильное питание – все это сушит и состаривает кожу. Давайте я вам покажу. Хунянь легко втирается, имеет приятный цвет и запах, не оставляет пятен на одежде, а кожа рук становится нежной и обретает молодость. И только сегодня вы можете приобрести крем по супер скидке в 50%. Берете? Когда вернешь? Что вернешь? Минуточку. Минуточку? Ты занял у меня минуточку. Когда вернешь? А, да, я понял, хорошая шутка. Оформляем, да? Так когда? Что когда? Сейчас можешь? В смысле, как я вам верну минуточку? Верни мне минуточку. Неадекват какой-то. Ты мне должен. Алло. Когда вернешь? Это кто? Теперь ты должен мне две минуточки. Вы сумасшедший? Откуда у вас мой номер? Две минуточки. Что за бред? Как я верну две минуточки? Как? Не надо было занимать, если не знаешь, как вернуть. Олег, это кто? Никто, балуется. Давай. Это кто в 3 часа ночи? Дверью ошиблись, наверное. Привет, что случилось? Я пью. В смысле? Ты время знаешь сколько? Да я у тебя хотел спросить. На вот, скажи своему дружку, что поздновато для звонков. Ты меня? Да, тебя. Срочно говорит. За то, что ты бросил трубку, теперь ты должен мне 3 минуточки. Ладно, знаешь, не бери больше с того номера, это какой-то псих, он меня терроризирует всю ночь. Чего? Штукарь гони. В смысле? Мне этот мужик по телефону сказал, что ты мне за это штукарь дашь. Ты что, не в курсе? Нет. Ну, а он сказал, что в курсе. Так что давай гони штукарь.
Ты мне сам две штуки должен. Ну, теперь одну. Движение не закрывай. Ему сейчас еще зайду. Олег! Откуда это? Как? Как это возможно? А оно настоящее? Мы в опасности. Почему? Почему это ты сделал? Быстро собирайтесь, я отвезу вас к маме. Да. Слушай, ты меня пугаешь. Давай просто вызовем полицию. И что мы им скажем? Что у нас говно в кровати? Быстро собирайтесь, я потом все объясню. Я же говорила тебе, давай не будем снимать эту квартиру, потому что здесь плохая энергетика. Говори, где? Где моя семья? Вначале долг. Что за чушь? Как я дам тебе время? Это кто? Это все люди, у которых ты украл по минуточке. Так, стойте, подождите, ладно, хорошо. Я отдам тебе минуточку, отдам. Всем. Всем, только скажи, как. Что происходит? Мы в расчете. Это тебе передали. Да блин, мам, это для рук! Так, сейчас не до капризов. А то что скажут? Ленка Олега бросила. Со старым пердуном живет? Не надо там мацать, мама!
Все фильмы, вошедшие в этот альманах, сняты выпускниками киношколы «Свободное кино». Киношкола «Свободное кино» — это режиссерские, сценарные и продюсерские курсы, мастер-классы известных кинематографистов, питчинги, кинофестиваль. Киношкола «Свободное кино» — твой пропуск в киноиндустрию. Присоединяйся к команде «Свободного кино» на сайте artkinoclub.ru. Поздравляю вас с покупкой. Ключи давай. А, да, конечно. Поздравляю. Перфект, важный такой. Ой, здрасте, Юрий Владимирович. Ты почему город комиссии не подготовил? Здравствуйте, Юрий Владимирович. Не переживайте, я все узнал, маршрут комиссии известен, там уже все покрасили, ну, в общем, все как обычно. Какой маршрут? Где звезда? Звезда установили, можно поехать посмотреть на улице Правды. Какой к черту Правды? Ты куда деньги дел, гаденыш? Вложил в развитие транспортной системы. Ты вложил в развитие системы распила, а надо было в иностранную звезду. И где она? Юрий Владимирович, вам звонок от председателя комиссии. Ну давай, Юрий Владимирович. Ну, соединяй. Юрий Владимирович, добрый день, это Сергей Александрович. Мы завтра к вам приедем и хотели бы уточнить, готов ли город к проверке. Ну, да. Так, а не могли бы вы уточнить одну важную деталь? Ну, в рамках имиджевой программы, нашли ли вы иностранную звезду? Да, конечно. А и кто она? А теперь новости культуры. В стране восходящего солнца пропал Джеки Чан. Ходят слухи, что он задействован на новых секретных съемках. Джеки Чан. Джеки Чан? Замечательно. Да, не терпится познакомиться. Крутись как хочешь, Юрий Владимирович. Но если завалишь комиссию, в кресло больше не сядешь. Верочка, срочно нужен Джеки Чан. Оригинал? Нет, блин, китайский. У нас комиссия завтра, а Джеки Чана нет.
Где хошь, ищи, хоть тоннель в Китай рой, но найди. Вера. Это что? О май гад, точно. Он же китаец. Надо откупаться. А я не знаю китайского, я учу English. Jack and Chan. Я поняла. Сейчас перепечатаю. Юрий Владимирович, здравствуйте. Ты еще уйди! Так, подожди-ка, стой. Ты по-русски понимаешь? Я говорю, по-русски понимаешь? Ну-ка, улыбнись. Нужно одну услугу городу оказать. Джеки Чана, знаешь? Как же тебе объяснить-то? Да, конечно, знаю Джеки Чана. Юрий Владимирович, беда. Не можем найти. Он пропал in China. Не надо никого искать. Я минут через 10 буду. Найди-ка мне... Стоп! Гримера и костюмера. Это которые по вызову? Дура, конечно, обычных. Комиссию пройдем. Будут и по вызову. Поняла. Сделаем. Так. Садись только аккуратно. Пленку постели. Садись. Так. А этих-то зачем привезли? Я же сказал, завтра после комиссии. Так это и есть. Самые нормальные в городе. Гример и костюмер. Юра, привет. Здрасте. Из него надо сделать вылитого Джеки Чана. Похож, а? Угу. Юрий Владимирович, а вы видели доспехи Бога? Да. Что? Вера, я атеист, никаких доспехов нет. Это фильм такой с Джеки Чаном. Он там сам все трюки делает. А вдруг они захотят проверить? Позвони. Завтра наберу. Значит, доспехи Бога, говоришь? Сейчас будем тренироваться. Да ничего, скажем, что на съемках повредил. Да, съемки — это good. Good. Но пока сниматься не может, занимается благоустройством города. Видишь руку? 500 тысяч. Все решим. Так. Юрий Владимирович, а вот вы это Джеку 500 тысяч заплатите. А я же тоже старалась. Думаешь, я этому клоуну реально 500 000 заплачу? Пройдем проверку, поедет домой. Верочка, вы же в Бога верите? Да. Поэтому все будет справедливо, премию вам выпишу.
Когда комиссию повезу по городу, ты проследи за ним, чтоб ничего не натворил. Хорошо. Надеюсь, ты уже подготовился? Даже не сомневайтесь, все пройдет на высшем уровне. Ага. На месте. Ну, показывайте, что у вас тут. Мистер Чан недавно открыл вот эту больницу и вот эту школу. Вот, эти деревья посадил Джеки Чан. Вот эти бордюры покрасил Джеки Чан. Вот эти ямы заделывал Джеки Чан. Я ему помогал. И что это? Вообще-то это звезда. Ее Джеки Чан установил в честь своего прибытия. Ну, это все понятно. Звезда звездой. И вообще, он, я вижу, весь город благоустроил. Но сам-то Джеки Чан-то где? Да. Он как раз ждет нас в мэрии. Поехали? Поехали. Ты представляешь, чего провернул? Из рабочего суперстар сделал, так еще и бесплатно. На деньги его кинет, а мне бонус выпишет. Отдыхать поедем. Ну, не святой человек, а? А чья это такая дорогая машина? Да, Джеки Чана. А. Большой человек, можешь себе позволить? Да. Прошу. Да, пойдемте. Просто кивай головой, ничего не говори. Ну, а вот и наша звезда. Рады вас приветствовать в нашей стране, мистер Чан. Glad to see you, мистер Чан. Амансис бажал за стар. Кошколен здар. Прошу вас, проходите. Мистер Чан. Я прошу, однако. Здравствуйте. Здравствуйте. Прошу вас. Прошу вас. Ну что ж, друзья, рассаживайтесь. Рад приветствовать вас на финальном собрании по поводу имиджевой комиссии. В ходе проверки были поставлены следующие стратегические задачи. Проведение спортивных мероприятий. Тебя как звать-то? Иностранной звезды в качестве жителя. Джеки Бек. Выполнение данных пунктов. Спасибо тебе, Джеки Бек. Максимально приблизиться к нашей основной задаче. Формированию стабильно хорошего репутации нашей Родины. Ты че? В результате проверки... Да помню, я после отдам, как договаривались. Полное выполнение нормативов по проведению культурных проектов, два и более концерта в регионах. Вот скажи мне, китаец, а у тебя кошелек не слипнется? Новой музыкальной школы. Что касается спортивной программы, лично хотел бы... 5 миллионов. Иначе я им все расскажу. Ну, как знаешь. Вы что-то хотите сказать, мистер Чан? Did you want something, мистер Чан? Он хотел сказать, что ему очень нравится наш город и люди.
Спасибо. Это не может не радовать. Но продолжим. По обустройству все хорошо. Отмечаем должное отношение к внешнему. Понаехали. Ну, знаю, теперь ты уволен. Озеленение газонов и деревьев соответствует запрашиваемым нормам. Ну, вот только звезда на холме какая-то странная. Не знаю, может быть, у них в Китае так принято. А мне понравилось. Подводя итоги, хотелось бы напомнить, что цель этой программы – повышение имиджевой составляющей. Посовещавшись с коллегами и оценив вклад нашего гостя в развитие города, мы решили господину Чану предложить должность мэра. Откажись. Какой язык теперь учить? Добрый взгляд и нос картошкой, узнаю его лицо. Если кто тебя расстроил, оказался под лицом, вам не будет страшен грубиян, если с вами рядом Джеки Чан. Джеки Чан, Джеки Чан, Джеки Чан, Джеки Чан, Джеки Чан. Джеки Чан, Джеки Чан, Джеки Чан, Джеки Чан. Он добрейшая натура и совсем не бюрократ. И потому по первой просьбе он калашматит всех подряд. Вам не будет страшен Клод Ван Дамм, если с вами Джеки Чан. Джеки Чан, Джеки Чан, Джеки Чан, Джеки Чан, Джеки Чан. Джеки Чан, Джеки Чан, Джеки Чан, Джеки Чан. Это просто доброе кино, да к тому же он и сам добро. Во весь большой телеэкран улыбнется вам Джеки Чан. Джеки Чан, Джеки Чан, Джеки Чан, Джеки Чан, Джеки Чан. Джеки Чан, Джеки Чан, Джеки Чан, Джеки Чан, Джеки Чан. Джеки Чан, Джеки Чан, Джеки Чан, Джеки Чан, Джеки Чан. Джеки Чан, Джеки Чан, Джеки Чан, Джеки Чан. Я и не думала, что так трудно будет. Ну, то есть одно дело у себя в голове думать, а другое — рассказать кому-то. А здесь пахнет вкусно. Ну, то есть я, конечно, не за этим сюда пришла. Ну вот просто как-то с детства мысли непонятные в голову лезли. Ну вот вбила себе в голову, что меня никто не любит. Ну хотя это же все от взрослых идет. Да еще и она постоянно говорила. Тогда что тебя любить-то, Машка? Да, конечно, чего, не за что. Ну, в общем, как-то с детства у нас там все не заладилось. Она была уборщицей, да еще в той школе, где я училась. Вот зачем? Зачем было отдавать меня в эту школу? Для всех остальных детей школа — это лучшие годы жизни. Это целый этап жизни. Для кого-то это, может, вообще лучшее, что было в их жизни. А у меня? Я ведь даже на перемены никогда не выходила. Я даже в туалете школьном никогда не была. Ни разу в жизни. А еще она никогда меня не защищала. Никогда не была на моей стороне. Да вот даже эти бабки у нас под балконом. Она меня спрашивает, ну как у
Мам, мне кажется, бабки ждут, когда кто-нибудь умрет в квартире, а они будут наше имущество делить. И сидят на лавках, ну, чтобы наготове быть. Фигню не неси. Шла бы лучше оделась для школы. Платочки с цветочками. Из перекрестка магнит. Всегда ту. Вот вам, страшилища старые! Вы с мамой не померли, живы еще! Ты что творишь-то? Нечего зариться на наше имущество! Мать тебя растила! Ты что ты делаешь? А ты! А Витя! Поколение не уважает! Дура, что ли? Так ведь это для нашей же пользы, мам! Для пользы? Вот иди для пользы, соскребай эти яйца с асфальта! Это и будет твой завтрак сегодня! А я собирала. И это даже стало моей привычкой. Каждое утро им напоминало о том, что мы еще живы. Ешь, злыдни, не подавись. А я ела. И совсем даже не подавилась. И в садике я тоже отличалась. Как же я тогда страдала, ну, за то, что у меня не было вкуса. Я не ощущала красок. Все дети-то со вкусом рисовали. А я нет. Нас даже с мамой за это на психологическую беседу вызвали. Вот позорище-то было. Что такое, Машка? А у меня там поле, высокая трава, а сверху гроза, дождик идет, а посреди поля стоит коса в землю воткнутая. А рисунок мой назывался «Памятник всем неживым предметам, брошенным во время бури». Нет, а я тут при чем была? Я что, виновата, что она мне никакие вкусы не привела? Почему я должна была сидеть и позориться? За нее позориться. А еще я воровкой в садике была. Я верила, что если тайком стащить игрушку, если она хоть раз побывает у меня дома, то значит, это уже моя игрушка. И если кто-то меня ловил, я с полной уверенностью отвечала, что ничего чужого я не брала. Естественно, я от воспитателей попадала. Что такое, Машка? И дома потом еще. Ну-ка быстро домой. Позорище. А я здесь при чем? Вот что навоспитывала, то и получила. У меня вообще никогда не было друзей. Единственное, кто хотел со мной дружить, это птички. Да и как хотели. Не хотели, конечно. Просто я широко открывала окно, и то голубь залетит, то воробушек. А я его тут же банкой накрывала, и все. Теперь ты со мной. Теперь ты мой друг. Так они там и сидели, пока воздух в банке не кончится. А потом прилетали новые, и я начинала дружить с новыми. Но мне и в школе хотелось с кем-то дружить. И девки-то в классе какие красивые были. Клевые, милые. Особенно, когда подросли. Косметикой красились. А имена у них у всех такие красивые были. Марианна, Изабелла, Виктория. Да, короче, сучки они все. Только я это потом поняла. Я так их звала про себя. Даже имен не запоминала. Ну а зачем? Сучки они и в Африке сучки. Ну, хотя тогда я им завидовала. Так сильно дружить с ними хотела. Я думала, вот буду с ними дружить, то хоть воспитание правильного наберусь, вкус появится, красивой буду, как они. Ой, девочки, я тут, знаете, с мамой ходила, маникюр делала. Ой, покажи. Мне покажи. А моя мама так устает на работе. Мастер на дом приходит. О, а кем у тебя мама работает? Да бухгалтером. О, моя тоже бухгалтер, только главный. О, прикольно, мы так похожи, дорогая. А моя мама в политбюро работает. Правда, я не знаю, что это такое. Просто красиво звучит, ну, как-то по-деловому. Знаю, врать нехорошо. Но вы меня тоже поймите, не могла же я перед ними еще хуже выглядеть. Давай к нам. Тоже хочу сходить маникюр сделать. А я ведь тогда смотрела на них и думала. Я так-то тоже должна была красивой родиться. И звать меня должны были не Машка, а по-другому. Совсем по-другому. Скоро ты родишься, моя красавица.
Снежана, моя милая. А потом все как-то пошло не так. Ну, страшная какая. Маруся прям. А вот так-то вот, если подумать, то зачем она мне это все рассказала? Мне ведь как-то даже больно было. Как-то даже внутри все защипало. Зажгло так. Это как бабки говорят, душа кровью обливается. Я тогда вообще вся обливалась. Нет, ну вот нормальная бы мать так поступила. Нормальная бы никогда бы такого не сказала. Это только моя так и может. Да еще и добавила. Ничего, Марусь, не расстраивайся, я тебя все равно люблю. По-своему. Ну вот что значит это по-своему? Как это почувствовать на себе? Не бывает такой любви по-своему. Любовь она или есть, или ее нет. А такое, что по-своему, такое не бывает. Ну просто не может быть такой любви и все. В общем, на переменках девки все за одну парту собирались и рассматривали, у кого какая косметика. Я тогда тоже с ними собиралась. Смотрела просто. А потом в коридор выходили. Им же надо повыпендриваться. Ну а я чё? Я за ними ходила. Только я не красилась. А там, конечно же, она моет. Ну, конечно. Как же без нее? Я всегда такая гордая была, когда они меня с собой брали. И тут обязательно это подойдет. Девочки, вам не все ли равно? За модой ведь не угонишься. Вы и так красивые, с косметикой и без. Женщина, у вас что, ПМС? Вам что, поговорить не с кем? Вы там полы мыли, ну идите дальше, мойте. Так ей надо. Ой, не могу. Знаете, девочки, однажды все мы будем счастливы. И с косметикой, и без. Вот чё к чему? Зачем надо было это постоянно говорить? Эта фраза её дебильная. Я прям со стыда сгорала. Позорище. В школе она ходит, за всеми проповеди читает, а дома как сапожник матерится. Особенно, когда мясо с получки купит. Твою ж мать, а! Мясо-то говёное! Да чтоб я посралась еще раз такое говно купить! Пол зарплаты оставила в этом чертовом магазине. Они скоты свешили на 800 граммов меньше. Я брала 5 килограмм, а они, твари такие, 4200 свешили. Взяли как за 5 килограмм! Пластает это мясо, пока по пальцам себе не попадет. За жизнь у меня такая говёная. И главное, на меня все спирало. Уйди, Машка, уйди. Это я из-за тебя психую. Не стой над душой. А я в это время уже как час на туалете сижу. Вот до чего это мясо доводит. Из-за мяса и семьи рушится. Ведь говорила же ей, мама, давай вместе станем вегетарианцами, будем овощи есть. Так нет же, потом на меня еще орёт. А помню, мне девки решили посвящение устроить. Ща приколимся, короче. Эй, вы женщина, подойдите-ка сюда. Ща будет весело. Не, девчонки, вы чего, зачем ее трогать? Ну ты и лохушка рыжая. Чего ты такая убогая? Прям как это чмо. Слышь, а ведь и правда похоже. Я думала, спалили, что родня с этой. Короче, молчи давай. Слушаю вас, девочки. Слушайте, а чего вы как чмо одеваетесь? Не краситесь совсем. Вам помаду одолжить? Ну чё, реабилитироваться будешь? Слабо тебе харкнуть в неё? Видать, слабо, чё. Ну всё, теперь она точно не с нами. Мне было главное не спалиться. А остальное мне пофиг. Взяла и харкнула в неё. И тут я думала, что она начнёт кричать на меня, побьёт, да ещё и крикнет, типа, ты же дочь моя, и всё, капец. А она... Знаете, девочки, однажды мы все будем счастливы. Обязательно будем. Ну, в общем, я еще в школе начала морально готовиться.
Я-то знала, что это была маска. А дома... Дома она меня точно побьет. Просто исколотит все до смерти. Дома она курила. Пускала кольца изо рта, как мужичка. Вся комната была как в тумане. Я даже не сразу увидела, где она сидит. Помнишь, Машка, когда ты маленькая еще была, мы к отцу твоему на могилку ходили. Ты еще так ручками так земельку так ворошила и говорила: «Вставай, папка, мы пришли, есть будем». Мы конфеты принесли, шоколадные. Мама яйца сварила, вареные. Вставай, папка, есть будем. Подружки-сучки-то у тебя какие-то. Чё, получше не могла найти? Лучше б с птичками с вами дружила. Те хоть спокойные были и умирали быстро. А эти? Эти долго будут барахтаться по жизни. Исход все равно один. Все мы будем счастливы. Однажды. Злыдня ты, Машка. Кого ты такая злыдня? Чего ты расфилософствовалась? О всякой фигне, значит, голова печется обо мне? Ты, конечно, зачем? Я знала, что она все равно меня исколотит. Не сейчас, так потом. Она ничего просто так не оставляла. Никогда ничего с рук не сходило. Это она так, наверное, забыла. Обкурилась просто. Мне главное, чтобы девки меня к себе приняли. Ну чё, в субботу на дискач-то идём? Конечно. О, я как раз платье купила новое, такое облегающее, красное. Сашка умрёт, увидит. Чур, я с Бэлой иду. А я с кем? Ну вон, Машку возьми. Блин, вы чё? Чё ты, возьми её. Слышали же, в субботу на дискач пойдешь? Пойду. Ну вот и отлично. Только в следующий раз ты с ней идешь. Ну, как куда выйти в люди, так они вечно меня с собой по очереди таскали. Я вот никогда не понимала, почему. А одна училка мне сказала. Посмотрите-ка, Машка губы красным намазала. Красоткой решила стать. Мужиков покорять. Да, Машка? Не получится, Машка. Девчонки-то покрасивее будут. А рядом с тобой еще лучше выглядят. Ведь у каждой красивой девочки на дискотеке должна быть некрасивая подруга. Нет, спасибо, конечно. Тоже сучка еще та. Лучше бы вообще молчала. Никакой педагогичности. Отлично, уже третий за сегодня. Слушай, а не так плохо с тобой на дискач ходить? Эй, ты чё такая грустная? Ты чё, рыжая? Совсем лица на тебе нет, только губы. Маш! А мальчик у тебя есть хоть? Чё, нету что ли? Ну тогда понятно, почему ты от нас так отличаешься. Ой, ну все надо объяснять. Мы тоже давно женщины. Ну, ты понимаешь. Не, ну мне тогда так завидно стало.
Ну, чисто по-женски. Ну, что, думаю, надо мальчика себе искать. Ну, в общем, девки нас познакомили. Нормальный такой, интеллигент. Но только он, по-моему, стыдился того, что я не такая красивая, как девки. Он меня даже за руку на людях стыдился взять. А еще всегда просил, чтобы я веснушки замазывала тональником. Возьми тоналку, замажь веснушки. Красивее будешь. Не поняла. Значит, нам надо расстаться. Но почему? Потому что ты не хочешь становиться лучше. У тебя одни недостатки. Нет, ну, конечно же, я ревела, когда он меня бросил. Хотя нет, я даже не ревела. Я откровенно рыдала всю ночь в подушку. Как все нормальные девчонки на свете. Не, ну а что? Все ревут, и я поревела. Мне просто тогда так обидно стало, что я такая неразборчивая в мужиках. Ну, конечно же, меня никто не научил. Как раз после этих отношений я у себя кариес во рту обнаружила. Мне так страшно стало, потому что вспомнила, что мать когда-то про это дело говорила, а я ее не послушала. Машка, не целуйся никогда с мальчиками, у них бактерий много. А то никогда не будешь счастлива, ни однажды, ни вообще никогда. Я решила к врачу сходить. На что жалуемся? Да кариес появился. Я так-то вегетарианка, мясо не ем, откуда взялся, не знаю. Половую жизнь ведешь? Я сначала думала, я кабинет перепутала, а потом смотрю, нет, стоит зубное кресло. Ведешь или нет? Нет еще. Но я прям там на кресле чуть и не откинулась от страха. И что? И поцелуйчиков не было? Знаю я вас, малолеток. На губах молоко еще не обсохло. А вы же сиськи показываете нашим сыновьям. Лучше сразу говори. А ну, признавайся, соблазняла уже кого-то? Только в бутылочку играла. Сучка! Стерва маленькая! Больно! Вот вам, развратницам таким! Как она мне тогда сверлила, мама дорогая. Пришла-то я с двумя кариесами, а ушла и думала, всех зубов лишилась. И так тогда слова мамкины вспомнили. Зря ее тогда и не послушала. Хоть раз в жизни недельный совет дала. Ну, думаю, уборщица работает, а хоть что-то в голове тоже умное есть. Потом у меня еще один ухажер был, но я с ним уже не целовалась. Мы так просто взаимно любовались друг другом. Такой же, как и я был. Несимпатичный и рыжий. Зато навороченный, модный. Купит ему какой-нибудь фирменный костюм спортивный, и он ходит, выделывается. Каждый день в одном и том же. А потом резко пропадает и не выходит на улицу. А это ему мама костюм постирала просто. Мне с ним нравилось. Я даже целыми днями была готова ждать, когда у него этот костюм высохнет. И для себя я решила, что вот с ним я бы точно убежала из дома. Вот как только позовет, так сразу. Только он что-то не звал. И цветы не дарил. Ну, хотя надо же было не отставать от девчонок. И тогда я решила пойти сама себе купить цветы. И потом демонстративно пройтись перед ними. Типа, вон мой, что мне подарил. Прям что-то внутри поменялось. Мир как будто вообще поменялся. И решила, похожу по улицам. Еще погуляю. Такое ощущение странное было. Смотрят все. Думают, наверное. Вон какая счастливая. Ей жених сейчас цветы подарил. А ты сидишь такая и ловишь эти взгляды. В этот момент тебя даже красивой считают. Прям даже мурашки по коже бегали. Вообще такая счастливая была. Со мной никогда такого не случалось. Прям первый раз в жизни такое настроение. Как-то в раз все хорошо стало в жизни. На подъем пошло. Первые цветы. Парень у меня модный. Мать что-то в раз поумнела. А на следующий день в школе прививки от гриппа ставили. Всем, как обычно, дали градусники под мышку. И вот сидим мы такие с девками. А потом у одной из них градусник выпал и разбился. Ну все, хана нам, ребят. Что делать-то будем? А наша хомячиха, когда рожала хомят, мы им в еду эти шарики добавляли, они зеленели и умирали. Надо все собрать, чтобы не спалили. Я слышала, надо мокрая тряпочка и пол помыть. Я потом зашла в столовую, а там она сидит и ест. Она меня не заметила. И думаю, она ведь реально такой дельный совет дала. Ведь это благодаря ей у меня сейчас все хорошо. И эта фраза ее дебильная. Эти проповеди как-то больше не раздражали. Сейчас опыт начнется, посмотрим, позеленеет она или нет. У нее в стакане шарики плавают эти.
И я тогда так резко соскочила. Вот как бабки говорят, у меня душу тогда как из шланга кровью облили. А я смотрю, как она уже булку доедает. А она всегда любила сначала в сухомятку все съесть, а потом залпом из стакана выпить. И смотрела я на нее и думала, или выбить у нее этот стакан из рук и спалиться, или остаться с девками. А потом так подумала. Так чё? Даже вспомнить нечего. Почему я должна была портить свою репутацию за нее? И так у меня в голове все быстро пронеслось. С одной стороны, девки, с другой стороны... Так ведь она реально дельный совет дала. Так-то она много чего дельного говорила. Ну и что, думаю, из-за одного какого-то совета палиться, что ли? Хотя все-таки реально жалко, мать. Ну а так я всю жизнь не слышала, что я злыдня, что любить меня не за что. А почему я злая? Я вовсе даже и не злая. Я просто хотела, чтобы меня любили. Я что, так много требовала, что ли? Я просто хотела, чтобы меня любили по-настоящему. И я верила, что это будет она. Ведь каждая мать любит своего ребенка, каким бы он ни был. А она любила меня по-своему. А такой любви не бывает. По-своему, это значит, и не любила вовсе. Ты же так давно хотела однажды стать счастливой. Будь счастлива, мама. Я просто стояла и смотрела. Смотрела, как она доедает школьную булку. И выпила стакан чая. Я просто не стала мешать ее счастью. А сейчас мы часто видимся. Я к ней постоянно прихожу. Приду и говорю ей. Я тебе яйца принесла, вареные. И конфеты принесла шоколадные. Вставай, есть будем садиться. Злыдня ты. А я ведь все равно тебя люблю. По-своему люблю. Но зачем ты дуешься? Все равно все мы будем счастливы. Однажды обязательно будем. Оленька, пошел бы ты поиграл с ребятами. Там к Виталине внуки приехали. Хорошо, а где? А вот там, за поворотом, напротив колодца. Ладно. Thank you.
Ты чей? Бабы Лиды, что ли? Да. Ясно. Велик есть? Не. Без велика? Ха! Да я в твоем возрасте уже по драмам ездил. Ладно, слушай сюда, как другу говорю. Видишь вон тот дом на повороте? Вижу, да. А будку возле калитки видишь? Ты к ней не ногой. Собака-то мясорубка. По дороге пойдешь, достанет. Знаешь, сколько уже пожрала? Пятерых. Кости в палисаднике зарыла. Дождем размыла. Сам видел. Правда? Не веришь? Да чтобы у меня шина лопнула. Но наших-то никого не взяла. Все на великах. А вот городских жрет кто пешком. Но если ты быстрее ветра, не достанет. Гляди, покажу. Я завтра в город поеду. В аптеку надо. Лекарства закончились. К обеду вернусь. Хорошо? А тебя к бабе Вере отведу. Надо помочь ей по хозяйству. Да? Угу. Спи, мой хороший. Со стремянки упала, хромает. А ягоды собирать надо. Они у тебя сыпаются. А ты ей поможешь. У тебя побольше сил. Ты шустрый мальчик. Как она будет радоваться? Вот такой у нее золотой. Вот, Никитична, помощника тебе привела. Сама-то как? Жива, здорова? Хорошо. Сколько банок ты вышла? Да вот 8 пока. Может, еще столько же. Моим ты же знаешь, это на один присест. Коленька, вот тебе ведерко. Там за сараем еще 3 куста смородины. Ты мне мазь-то принесла? Принесла, принесла. Господи, да где же она? Тут же была. Ты только на ночь и замотай. Николай! Ай-яй-яй, вот приключение-то, а! Оставь, Лид. На автобус опоздаешь. Иди. Ну ладно, побежала я. Иди, иди. Коль, слушайся бабу Веру. Хорошо? Ну? В
Вот артистка. А кошелек-то забыла. Коленька, беги догони, пока автобус не ушел. А то как же она без денег-то? Неужели я без кошелька ушла? Ой. Ты мое золотце. Беги к бабе. Беги. Thank you.
От сердца и почек дари угорёчек. Очередь не задерживаем. Иду я. Зинка, привет. Уже. Что глаза опускаешь? Будто не понравилось. Так и будешь бегать? Что ты молчишь? Хочу говорить. Нельзя так! Нет проблем, Люд. Ну, было раз, и все. Ничего, проблем у него нет. Ха! Так я тебе устрою проблемы. Я Ирке твоей все расскажу. Жену не трогай. Ничего себе. А меня можно трогать? Эй. Дурак! Эй, ты дурак! Ты куда Котлеты вкусные. Ты же не любишь мои котлеты. Я с Людкой переспал. Еще хочешь? Нет. А что говоришь, что вкусные? А что же рассказал мне? Спать не могу. Может, было проще ромашку заварить? Выгонишь? Перебьешься. А что тогда? Ешь, давай спать ложись. Бригадир, а ты чё такой беленький-то, а? А он на доску почёта тоже намылился. Не, ну правда, ты не заболел? Ты о чём? Да на тебе лица нет. Весь белый, как простыня. Сердце и почек. Иди уж, уголечек. Очередь не задерживаем, проходит. Да ладно тебе, Зин, ну что ты? На сдачу. Слушай, а чего это снима? А тебе все надо? Давай накладывай. Привет.
В душ? Да. Нет. Не знаю. Интересно. Ты откуда явился? Откуда я мог явиться? С работы. С каких это пор у нас шахтеры белые с работы приходят? Не знаю. Ты покушай, приготовь, а то 12 часов отпахал. Оно и видно. Где пахал-то? На Людке, что ли? Ты что завелась? На работе я хорошо отмылся. Керосином, что ли? Я у мужиков спрошу, где ты отмывался и чем? Серега! Чего? Давай рассказывай, что за секрет? Работаешь, работаешь, пенсионеешь. О! Что, мать какая есть? Честно говоря, мужики, я сам не знаю. Есть догадка, но я не уверен. Да ты не томи. В общем, рассказал я жене про Людку. Но вот с тех пор ко мне грязь и не пристает. Поведал ты что? Да ты заливаешь. Проверь! Может быть, чай, кофе, конфеты, коньяк? Мне тут сфотографируются. А на документы или на паспорт? На доску почета. А, я сразу понял. Сразу видно, почетный человек. Доску почета, конечно. Так, какое светлое у вас лицо. Фотографирую. Темнишь ты, бригадир. А ты проверял? Да она меня чуть не прибила за Людку. А за других? А я что, дурак, что ли, про остальных-то говорю? У тебя же с Людкой сработало. Так у меня других и не было, дурень. Темнишь ты, бригадир. Что у вас произошло? Ты моего видел? Я у тебя хотел спросить. Слушай, мужики ему уже не доверяют. Я его с бригадирства сниму. Что значит сниму? Подожди, ты обо мне подумал? Мне как жить дальше? Да я тебе помогу. Помощничек-то давай Сереге помоги. Здорово, Геннадий. Вызывал? Я вот фотографии для доски почета сделал. Петр Геннадьевич. Шахта-лава, при которой все горные работы да? сконцентрированы на одном пласте. Петр Геннадьевич, я для тебя. Зарплату тебе даем достойную в регионе. Путевку в санаторий раз в год на море. А ты чем платишь? Углем. Геннадьевич, Петр Геннадьевич, ты на цифры посмотри. Ты мне цифрами не тычь, я все вижу. Я вижу, как мужики на тебя косятся. Ты должен быть опорой. Должен был. Снимаю тебя с бригадирства, пока не образумишься. Петр Геннадьевич, да как... Как? И с доской почета пока повременим. Свободен. Промышленный запас угля на сегодняшний день составляет 253 миллиона тонн. Ну, Геннадьевич, может, выпьем? Не хотел, но надо. Давай.
Ну, будем. А ты чего такой? Что-то случилось? Серега твой случился. Так. Уйди, мать! Уйди! Ты поговори с ним по-отцовски. Нормально же был муж это. Бригадир. Я его на доску почета хотел. Рядом с тобой. Ну? Ну и все. По скользкой дорожке пошел. Туда свернул. Как не туда? Ладно, Юр. Пошел я. Ты выручай сына, пока еще можно. Бывай. Давай. Видишь? Батя, чего я там не видел? Тебе твою фотографию показать. Ты чего добиваешься? Правды. Правды. Да кому нужна твоя правда? Ты меня позоришь. Мать. Уйди, мать! Уйди! Ну, а чего делать-то? Живи, как все. Пойдем.